Ближе к избирателям. Депутат 13-го округа, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского поселения Щелково Максим Столбов выступил перед жителями с отчетом своей деятельности за минувший год. К 13-му округу относятся дома по улицам Гостиный переулок, Зубеева, Иванова, Комарова, Паркова, Центральная, Пушкина и другие. Народный избранник рассказал о своей работе в Совете депутатов. Подробно остановился на мероприятиях по благоустройству округа и города. Преобразился ряд дворовых территорий. В частности, благоустроены дворы и заасфальтированные дороги по улицам Иванова 11 и 11А, Центральная 25/7, 27/9. Построена детская карусель, заасфальтированные дороги на улице Парковая возле дома 9А. На Центральной 2А и 4А была осуществлена валка сухих деревьев. Опекаемые депутатом детские сады «Радуга» номер 13, «Малинка» номер 9 и школа номер 4 также заметно улучшились и преобразились. Кроме того, благодаря его участию было проведено множество массовых мероприятий, активно велась работа с обращениями граждан. Итого 595 было вопросов, 499 мы в порядке консультации или в порядке каких-то действий решили, на контроле 81 и решил 15. После отчета Максиму Столбову от жителей поступило много вопросов, касающихся благоустройства дорожной сферы и ветхого жилья. 46 лет я живу, мы платим, а документов по нашему дому вообще нет. Вот не получится так, что если будут расселять и скажут, что а вас нет. Возможно, график сдвинется немножко, но весь квартал будет расселен. У нас есть инвестконтракт, там прямо таблица есть, там есть схема. Из какого ветхого дома в какой новый дом будут переселяться? Депутат заверил, что каждый вопрос будет рассмотрен, а также подчеркнул, что уделит внимание всем нуждающимся в ремонте территориям в порядке очереди. Как всегда, хотелось бы сделать больше. Ну, что получилось, за это не стыдно. Будем в дальнейшем развивать деятельность, будем еще более тщательно смотреть. Я надеюсь, все получится. Присутствующая на мероприятии глава района Надежда Суровцева, а также депутат Московской областной думы Владимир Шапкин высоко оценили работу коллеги. Максим Михайлович Столбов может как бы собой являть даже пример вот именно, знаете, такой действительной депутатской работы. И об этом говорили сегодня жители. Они говорили о проблемных вопросах. Важно было услышать эти проблемные вопросы. И вот вместе, вот в этой совместной работе, мы, конечно, сделаем все, чтобы было лучше жить людям города Щелково. В завершении встречи жители выразили признательность Максиму Столбову. За доброту, отзывчивость, быстрое решение возникающих вопросов и проблем его даже прозвали народным депутатом. Когда к вам обратилась, вы прямо на второй день приехали, помогли мне это все. И таких, сколько я прожила на этой улице, 50 больше лет, никто из депутатов у нас такого не было. Только единственный человек, что нас далеко поддерживает, всех людей, которые разговаривают. Депутат, в свою очередь, также поблагодарил самых активных жителей и вручил им подарки. Я говорю, что это человек на своем месте, который будет делать все, что его попросят. Неважно, какое это поколение, пожилое, молодое, среднее поколение, все с удовольствием к нему подходят, и он с большой душой все это исполняет. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».